Приехали в старый город Джафа в Тель-Авиве. Его главной фишкой является то, что здесь в идиллии проживает три религии. Здесь у нас церковь, греческая церковь, такая вот достаточно большая мечеть. И прямо рядом с ней находится синагога. Сам район очень аутентичный, здесь много локаций для красивых фотографий. Прикольно, что можно просто гулять по набережной и попасть вот в такую необычную галерею в скале. Тель-Авив – это кулинарный рай. Еда здесь и вправду изумительная, и о ней я расскажу в отдельном видео. Ну а пока переместимся в городской пляж Тель-Авива. Сразу скажу, что он абсолютно бесплатный, находится в современной части города. Так выглядит набережная, и она очень сильно напомнила мне Майами или же Барселону. Мелкий песок, теплая, комфортная вода Средиземного моря. Ну и вот такие вот здания на побережье. Народу на пляже очень много, в основном это местные жители. Атмосфера реально классная. Люди тут живут, я бы сказал. Вода здесь чистая, прозрачная, соленая. Сейчас провожаем закат. Мне кажется, в Израиль можно на самом деле реально приезжать для того, чтобы отдыхать пляжным отдыхом. Если честно, чем-то напоминает мне этот город Америку. Много собак. Люди гуляют, кайфуют, занимаются спортом. Пальмы вокруг. Для жизни Тель-Авив неплохой город, но, насколько я знаю, он очень дорогой. Еще я хочу отметить, насколько израильтяне спортивная нация. Очень много людей на пляже занимаются спортом. Ну и просто зацените инфраструктуру эту. Сделали вот такую вот площадку. Люди могут полежать под такими лежаками, вечером встретить закат. Закат здесь очень красивый.